Добрый день. Сегодня в обзоре холодильник Минск. Двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой. Как мы видим, Минск 15М 90-го года. Март месяц выпуска. Стоит значок качества СССР. Как мы видим, фильтр здесь стоит родной. То есть компрессор тоже родной. Вот, собственно, его параметры компрессора. Он сделан в СССР. Реле R4. Ну, вот, собственно говоря, заправочник, как мы видим, тоже здесь стоит заводской. То есть 30 лет, и тем не менее компрессор рабочий. Вот он за полчаса набрал минус 14 в морозильной камере. Полное намерзание. Теперь смотрим в холодильной камере. То есть здесь тоже полное намерзание, испаритель. Вот вам и качество. 30 лет холодильник.